big shot? Yeah. Down there! Filthy with fun! Все представляет, его презентация — это просто самый высокий класс. Все врачи, которые были здесь, они тоже того же мнения, потому что было очень классно и очень интересно. Спасибо Расул доктору за вот это мероприятие, которое он создал. Здесь по курсу всегда курсы проходят на ура. Перед Максимом нас радовал Назарий. И это было очень круто. Продолжайте в этом же духе. Организаторам огромное спасибо. Желаю успехов. Приходите к нам в Ставрополь. Будет тоже интересно. Спасибо. Только что об этом говорили, что происходит, что человек супер. Все, что можно нам рассказать, нам интересно. Мы желаем, чтобы часто были такие семинары. Мне очень приятно, что дружеская атмосфера. То есть лектор чувствует, что все, что знает, говорит. Очень интересно, информативно, разносторонне. Очень много подчеркнули для себя. Очень интересно, познавательно. Все супер. Жалко, что, конечно же, многие не видят этого курса, да, может, даже не оценили, можно сказать. Но впечатления очень колоссальные, тем более, если реставрационные моменты взять, то есть такие моменты, которые я лично сам даже не знал. Лекция очень интересно проходит. Самое интересное то, что здесь не только эндодонтия, как и эндодонтия, мне интересует эндодонтия больше, но еще интересно то, что лекция сопряжена еще с реставрациями, ортопедией и касается всех тех моментов, которые иногда вызывают споры между ортопедами и терапевтами. Большой моей радостью уже второй раз на лекции, организованной Dental Academy, и как и ожидалось, все организовано на высшем уровне. Лектор читает лекцию также на очень высоком уровне. И я лично ортопед-стоматолог. Для меня тоже это безумно интересно. Очень хорошая познавательная лекция. Все кратко и интересно. И практически все очень хорошие советы. Практически, я бы сказала. Очень познавательная лекция, причем семинар проходит очень, как сказать, в конструктивной форме, то есть вопрос-ответ. Это очень нравится, и видно, что это практик, и будем рады его еще раз видеть. Курс показывает, что есть очень много нового, познавательного. Нужно побольше проводить такие курсы, чтобы мы могли обмениваться опытом, учиться чему-то новому. Так что спасибо большое Дентальной Академии, что вы организовали и организуете такие курсы. Впечатление самое хорошее, очень интересное, масштабно. Не только эндо, что часто меня интересовало, но обобщенная информация обо всем. Мне нравится. Прекрасно, все прогрессивно, все круче не бывает. Очень хорошо. Добрый день, меня зовут Максим Белоград. Сегодня и вчера проводил семинар в Баку, остался очень доволен аудиторией, самим городом, великолепнейший город, самый красивый из тех, которые я до сегодняшнего дня посещал. Хочу пожелать каждому, кто занимается стоматологией, чтобы эта профессия приносила не только материальное удовлетворение, но прежде всего моральное.
чтобы мы развивались как специалисты каждый день и чтобы мы не останавливались на достигнутом, потому что наша профессия предоставляет для нас огромное количество вариантов для развития и самореализации.